Знали бы вы, как мы рады вас видеть. Я рада, что приехала. Его зовут Джуль. Ему 8 лет. Вот ваше гнездышко. Пойдемте, я кое-что вам покажу. Здравствуйте. Вы новая учительница? Здесь что-то горело не так давно. Что это было? Несчастный случай? Можно и так сказать. Пропал ребенок. Ты с ним дружила? Его очень долго искали повсюду. Нам не разрешают об этом говорить. Это чудовище. Оно появляется по ночам. Что случилось? Там что-то было. Вы не слушаете, но я все равно скажу. Когда в деревне ложатся спать, он обретает силу. Он приходит и пожирает наших детей.